Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу подкормить баклажаны, перцы и томаты такой вот подкормкой. Называется агрикола. Здесь у нас и азот, и калий, и фосфор, и другие также идут микроэлементы. Это бор, медь, марганец, цинк. То есть очень полезная подкормка. В упаковке идет 50 граммов, и 50 граммов рассчитано на 20 литров воды. То есть сейчас мы это все разведем в 2-10-литровых ведрах. Предварительно, конечно, всю почву прольем водой и затем осуществим корневую подкормку. Внутри упаковки такой вот порошок белого цвета. И примерно всю эту массу делим на две части и всыпаем нашу ведерко с водой. Все хорошо размешиваем. Сперва раствор будет такой немножко мутноватый, а затем все компоненты у нас растворяются в воде очень даже хорошо. То есть вот все пролили всю почву. И сейчас подкормим и перцы, и томаты, и баклажаны. И все проливаем нашим раствором между рядочков. Также проливаем и томаты. Сейчас намечается их цветение, значит, будут наливаться плоды, и подкормка это будет как раз кстати. И развожу вторую партию для баклажанов. Видите, сперва он раствор мутный, но затем он совершенно все компоненты растворятся в воде. Можно также проводить и опрыскивание, то есть по листу подкормку. Но мне кажется, удобнее нести под корень. Мы сейчас подождем, пока все растворится. Прошло буквально 3 минуты или даже 2. И вся вот весь раствор, ну, видите, стал прозрачным. И сейчас мы подкормим наши баклажаны. И проливаем наши баклажаны. Уже активно начали цвести. Уже начали завязываться первые баклажаны. Здесь тоже и цветут, и белоплодные тоже. Вот можно заметить, что хорошо начали так цвести. Ну, вот эти самые крайние, самые пушистые, у них такой очень толстый ствол. Но всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!